Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре довольно полезный гаджет для наших смартфонов и экшн-камер. Если вы увлекаетесь видеосъемкой, то вам обязательно стоит посмотреть это видео. И это, конечно же, электронный стабилизатор Capture 2 от китайской компании FunSnap, любезно предоставленный нам на обзор магазином Rumicom. Стабилизатор укомплектован в довольно надежный кейс, который гарантирует надежность и предотвратит неприятные последствия при ношении гаджета. В комплекте со стабилизатором есть маленькая коробочка, в которой находится micro-USB кабель, посредством которого вы будете заряжать ваше устройство. На этом с комплектацией у нас все. Касаемо удобства использования, стоит отметить, что стабилизатор довольно комфортно держать в руке. На обратной стороне есть вырезы для пальцев, но, к сожалению, по ощущениям стабилизатор немного скользкий. Для дальнейшего использования вам следует скачать с Play Market специальное приложение Capture 2, с помощью которого вы подключитесь непосредственно к самому стабилизатору по Bluetooth связи. Оно довольно удобное, и с помощью него вы также сможете подключаться и к другим моделям стабилизаторов этой компании. В приложении довольно богатый функционал, который позволит вам настроить стабилизатор по своим предпочтениям. Через него можно настраивать разрешение видео, устанавливать режим условий съемки, такие как обычный, спорт и экстрим, а также видеть уровень заряда вашего стабилизатора. Есть функция съемок панорамных фото 180 и 320 градусов, которые с помощью этого гаджета снимать очень и очень удобно. В целом в функционале приложения сложно что-либо выделить. Лично, как по мне, разработчики отнеслись с большой ответственностью и добавили все те функции, которые необходимы для съемки со стабилизатором. В случае, если у вас возникли проблемы при первом включении, советую помимо обычной инструкции, которая, конечно же, идет в упаковке со стабилизатором, также ознакомиться с видеоинструкцией, которая находится в самом приложении. Там довольно наглядно показано, в какое положение нужно установить стабилизатор для дальнейших фото и видеосъемок. Чего уж там, даже у меня при первом взаимодействии с ним были маленькие проблемы с балансом смартфона, и с помощью приложения я полностью все откалибровал. Касаемо кнопок управления, все довольно просто и удобно. Стик для регулировки положения вашего смартфона, который располагается прямо под вашим большим пальцем, в принципе, как и у всех стабилизаторов. Кнопка питания, кнопка записи видео, которую нужно удерживать несколько секунд. В случае, если же вы нажмете на нее один раз, произведется съемка фото. Также можно регулировать зум посредством крутящегося колесика и фиксировать положение вашего телефона в пространстве для акцентирования на одном объекте. Сзади находится разъем под micro-USB, через который будет осуществляться зарядка стабилизатора. Да, мне тоже не совсем понятно, почему производители все еще оставляют этот разъем. Но мы вряд ли когда-нибудь об этом узнаем. Возможно, я на это искренне надеюсь, компания FunSnap опомнится и добавит уже этот злополучный Type-C разъем в новой модели. Все-таки 2020 год на дворе. В данный момент это, конечно, не принципиально, но все-таки немного неприятно. Касаемо длительности заряда, также стоит отметить, что гаджет оснащен аккумулятором в 2000 мАч, что гарантирует работу до 12 часов, и это довольно неплохой результат. Время зарядки с нуля может занимать до 2,5 часов. Также на самом устройстве есть индикатор зарядки, показывающий, насколько ваш стабилизатор заряжен или же наоборот разряжен. Подводя итоги, хочется сказать, что это один из лучших стабилизаторов по соотношению цена-качество. Попользовавшись им на протяжении довольно длительного времени, хочу сказать, что гаджет по своим характеристикам полностью меня устроил. Не было никаких неприятностей, связанных с ним, если не брать в счет то, что я в самом начале сглупил и не понимал, в чем же дело касаемо самой этой калибровки со смартфоном. Так или иначе, в целом опыт использования был довольно приятным, и я обязательно рекомендую гаджет к покупке тем, кому он действительно нужен. Касаемо плюсов, удобства при использовании, надежный кейс, удобное фирменное приложение и доступная цена. Также тут есть возможность для крепления экшн-камеры весом до 250 грамм. Из минусов, возможно, небольшой вес в 500 грамм, и при условии, что к нему еще будет добавляться еще вес и от вашего смартфона, а также отсутствие ремешка для руки и разъема стандарта Type-C. Не знаю, можно ли это считать за минус, но лично мне дико не хватало ножек у стабилизатора. Это было бы очень приятным дополнением, к тому же и очень удобным. Обязателен ли он к приобретению? В случае, если вы увлекаетесь видеосъемкой и хотите приобрести недорогой гаджет для достижения желаемого результата, то однозначно да.
Также есть еще и одна приятная вещь. В описании вас будет ожидать промокод, который позволит сэкономить 500 рублей при покупке данного стабилизатора. Согласитесь, мелочь, а приятно. А кроме этого, для продолжения сотрудничества с магазином Румиком и получения новой техники для обзоров, хотел бы у вас попросить прожать лайк этому видеоролику, чтобы их здесь набралось минимум 500. А также делитесь данным видео со своими друзьями, чтобы еще больше сделать охват. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы по данному гаджету, пишите их в комментариях, с радостью на них и отвечу. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Илья, и всем до новых встреч!